Спасибо. Добрый вечер. Честно говоря, я как-то до такой степени не готовился к каким-то произнесениям каких-то речей, что, наверное, сейчас буду просто вспоминать, как это было первый раз у меня. Ну, собственно, наверное, как и у всех. Мне кажется, довольно мало людей, во всяком случае, не белорусов, и людей, тех, кто сейчас ходит в леса, на эти концерты и так далее. Очень мало кто слышал песни Арика Круппа от него самого. Я, например, вообще никогда с ним не был с ним знаком, ни разу не виделся, а песни слышал только в исполнении каких-то знакомых и незнакомых, в основном, туристов. В те времена, в 60-е, в начале 70-х, песни вообще в основном передавались примерно так же, как заболевание, то есть от человека к человеку через дыхательные пути. Вот, в основном в плохую погоду, когда организм ослаблен и не очень сопротивляется новым мелодиям, словам и так далее, где-нибудь на переходах, на биваках, вот, в поездах, где вместе в одну точку едут разные группы, как, скажем, Минская и наша Саратовская, я тогда там жил, в Нижнем Поволжье, вот, и кто-то поет, выясняется, что человек поет свою песню, но до того это было не важно, чьи песни, были бы песни хорошие. Вот. И, конечно, многие песни тогда доходили до нас, до вас, до них в несколько модифицированном, так сказать, если не выбирать выражение, в переводном виде. И, наверное, сегодня мы не будем выпендриваться, а просто отдадим дань человеку, написавшему эти песни, и самим этим песням, так же легко и просто, как мы их когда-то слышали, пели. Если кого-то они запомнились немножко неправильно, то бог с ним, пусть это будет так. Собственно, Крупп и сам говорил мои песни неуместны в городах, в концертных залах, потому что мои песни для дорог и для привалов. То есть они, мне кажется, должны жить так же легко, как мы ходим. Вот. Другое дело, что поскольку все мы в чем-то немножко туристы и носим какие-то грузы, то Крупп нам близок еще и тем, что его песни несут очень-очень большой груз. Его песни очень и очень ко многому нас обязывают. Ну и, пожалуй, мы начнем петь. Я так думаю, я говорю «мы», потому что если есть желание подпевать, если кто-то знает какие-то песни, то надо просто это делать и не спрашивать разрешения. Вот. А начнем мы с песни, с которой как бы обычно начинают, наверное, я не знаю, многие, наверное, начинают с песни «10 звезд», это такая знаковая песня, но мы немножко схитрим, мы ее споем не так, как ее привыкли все петь, как мы ее все знаем, а споем ее в том виде, в каком ее Арик Крупп в свое время придумал. Вот. Даже еще более старую, чем так называемый старый вариант. Десять
свойство дрожить, но нам нельзя привычкой обрастать и тешить полуправдами себя. Сумей без сожаления оставлять все то, что держит у двери тебя. Сумей без сожаления оставлять все то, что держит у двери тебя. Лижет красным языком костер черные ночные небеса, и плывут над зеркалом озер белого тумана паруса, а наши песни слушают леса. И уходила прочь от нас беда, не видели сказок чудеса. Презентовые наши города, не видели сказок чудеса. Презентовые наши города. Песня жить сама, ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке. Хочешь, я новую спою, пущу ее вниз по реке. Ты песню унесла мою, ее ты носишь в рюкзаке. Хочешь, я новую спою, пущу ее вниз по реке. Взлетит, как бабочка, с руки и долетит до синих гор. Она услышит ваш костер, узнает ваши рюкзаки. Согреет крылья у огня, ее ты только подожди. Она расскажет про меня, о том, как здесь идут дожди. Гитара без тебя молчит, а ты мне видишься во сне. Фильм на некрашенной стене, а по палатке дождь стучит. Нам сто разлук на долгий срок, следы дороги на лице, и ждут с тобой нас сто дорог и сто свиданий в их конце. Нам сто разлук на долгий срок, следы дороги на лице, и ждут с тобой нас сто дорог и сто свиданий в их конце. Песня, которую Арик написал, стала, в общем-то, гимном для всех туристов Белоруссии. Леса, как понимаете, Беларуси, если вы знаете эти слова, давайте все вместе, непременно все вместе споем эту песню. Все леса, леса, леса Белоруссии, да погода по девчоночи капризная, то озера, то болотца, словно бусины. Там на ниточке речёночек нанизаны, то озёра, то болотца, словно бусины. Там на ниточке речёночек нанизаны. Мы идём то без дорог, то дорогами, бабы в сёлах нас встречают равнодушием. Только песнями до самых слёз растроганы, пирог приглашает, но гости там прохладёшь. Только песнями до самых слёз растроганы, приглашают снова гости стал продушными. Парни пачки распечатали севера, на девчонок из отряда загляделися. После гири погулять бы им по вербами, а к девчоночкам туда же им поделись. А это Феликс Липман, которому посвящена песня «О границе осени и зимы». Куда же им поделись, а над Вилей рекой кладки шаткие, а за Вилей тропа в лесу теряется. Гаснет солнце и над нашими палатками, снова звезды в темном небе разгорают.
зимы. Там на ниточке речёточек нанизаны, то озёра, то болотцы, словно бусины. Там на ниточке речёночек нанизаны. Я, наверное, не открою секрет, что Арик Круп любил север, но это было зимой. Но летом он любил Белоруссию, белорусские леса, озера и реки. И свидетельством тому является песня, написанная Ариком Крупом. Сделайте мне громче гитару, как-то совсем мало было. Или нормально? Над головой небосвод голубой, зелень лесов по бокам. Три шлюпки идут одна за другой, не подходя к берегам. Все дальше на север уходит их путь, и не успеть за ночлег отдохнуть. Раз, два, три. Зеленое и голубое, раз, два, три. А в каждой шлюпке трое девять спин, девять спин, утомленных работой. То не слеза туманит глаза, шлюпки причаль и разводи костер. Каша на всех, обжигающий чай, песня и разговор. Утром опять шлюпки в воду столкнуть, веслами мерить немеренный путь. Раз, два, три. Зеленое и голубое, раз, два, три. А в каждой шлюпке трое, раз, два, три. Пошли по Брославским озерам, путь позади, а впереди снова. При записи этой песни, когда Арик написал, возвратился из похода, вообще присутствовал часто при записях песен, и я удивлялся, честно, я как-то вот не очень, что ли, понимал Арика. Мне нравились больше какие-то другие песни тогда, в тот момент. Помните, такая вот шлягер такой, сигнал была песня, ля-ля-ля-ля-ля, вот такая болгарская песня. Вот мне больше такие песни. И я не понимал, почему всем нравится, там, скажем, «Заморозки». И вот сейчас я понимаю, как я был неправ, и какие-то колоссальные были песни, и я просто вот явился свидетелем, они записывались благодаря моему другу Александру Чуланову на телевидении, на радио, и как пелась песня Арика, он сбрасывал к людям эти песни на острых кончиках антенн. Так что мы продолжаем дальше. Пожалуйста, Владимир. Да, мы продолжим. Сейчас перед вами прошла, наверное, большая часть из немногих известных цветных слайдов Крупа. Это, вообще говоря, 16 слайдов, снятых минским туристом Димой Песиным. Один слайд тоже минчанина Александра Чуюкова, его пока в нашем архиве нет, но он скоро будет. И три слайда Бориса Щеглова, снятых в Одессе на слете. Вот и весь Круп в цвете. Вот, увы, не очень много. Остальные, я думаю, мы увидим в следующий раз. Думаю, что это не последняя наша встреча с Ариком. Вот. А сейчас я хотел еще несколько слов сказать вот каких.
Песня «10 звезд» реставрирована по очень редкой записи, где Круг ее поет именно так. И именно так он записал этот текст в блокнот Игорю Коваленко, в блокнот с текстами, которые Игорь записывал все свои любимые песни. Значит, все песни там записаны рукой Игоря, а одна рукой самого Алика, одна практически открывает этот блокнот. И эта песня вообще посвящается Игорю, с которым Алик и учился в Ленинградском институте киноинженеров, и потом переехал и работал уже в Минске. Саша Косенков, который только что пел, сказал, что вот он любил в те времена болгарскую песню «Сигнал», идущую в таком очень остром 9/8 ритме. Вот. На той же самой очень редкой записи Круппа, где Алик поет ранние свои песни, причем запись, наверное, одна из немногих, где удается разобрать слова некоторых песен, остальных неразборчивые. Вот. Он поет, вообще-то не единственный известный мне случай, когда он поет просто эстрадную песню, песню тоже болгарскую, песню про Орликина, которую тогда пел, не помню, как фамилия этого певца болгарского, забыл. Вот, Димитров, да. Значит, он ее пел на болгарском языке, была русская транскрипция, а потом появилась измененная и сильно объединенная по музыке вариация, которая уже, на которой всплыла, так сказать, взлетела Алла Пугачева. Так вот, Алик поет русскую транскрипцию болгарской песни. И что удивительно, в своих песнях он довольно беден в аккордах, но эту довольно сложную по аккордам песню он сопровождает, гармонизирует довольно точно. Вот что интересно. Но мы еще поговорим о его музыкальности позже. Вот. А сейчас я хотел бы просто напомнить, что вчера был очередной день рождения Круппа, ему бы исполнилось 63 года, и мы, пожалуй, посмотрим на то, каким он был в младенчестве. Посмотрим просто несколько слайдов. Это самый ранний Крупп, известный нам. Родился он в Даугавпилсе. А уже похож. В 1937 году, да. Вот здесь он вообще похож на того человека, который показывает слайды Боря Ашкеназа, или, по крайней мере, на его сына. Вот. Во всяком случае, сходство в первые годы с Сашкой Ашкеназа просто поразительное. Вот. Это была буржуазная Латвия, семья адвоката. И мы сейчас просто посмотрим, как это, наверное, няня такая, что ли. Типичное прибалтийское лицо, да, суровое, нордическое, стойкое такое. Это вот сестра Дина, старшая сестра. Вот, мы с ней поддерживаем связь, вот, собственно, из ее архива эти фотографии и получены. Вот так немножко повыше, побольше. Кто там с ним на фотографиях, не всегда мы знаем, даже иногда на самом деле знаем. Знаем, когда там Дина или мама, или папа. Вот. Здесь он почему-то похож на Боря Филипсона, мне кажется. Но, кто знает. Вот Дина играла на аккордеоне, а также, как мы увидим немножко позднее, даже на гитаре. Вот, хотя Круппа научился на гитаре играть не у нее, а уже позже в армии. Ну, надо сказать, что на снимках он очень таким, в основном, послушным, благополучным мальчиком выглядит, хотя в жизни он был очень живой товарищ. Надо сказать, что еще в школе он начал писать стихи, в школе начал заслушиваться джазом, в школе приобщился к паяльнику и получил кличку «Радио Крупп». Вот очень плохая фотография, но она такая именно есть. Вот фотография плохая, вот он слева, вот справа Дина с гитарой. Вот. Ну, это вот класс, понятное дело. Угу. И
И следующий кадр, я даже не знаю, кто это, наверное, бабушка. Может быть, кто-то знает, пусть меня... А, нет, ну, через один, значит, еще было. Кто знает, кто-то там, по-моему, с кем-то из родственников, вот, с бабушкой, что ли. Вот. Да, мамой. С мамой, да? Вот, мама, мама так изменилась. Понятно. Вот. Дело в том, что в зале сидит человек, который будет меня, я думаю, поправлять там, где я начну завираться. Это жена Арика Надежда. Вот. Я думаю, она, так сказать, поправит меня, если что. А сейчас я хотел бы сказать, что мне кажется, что Крупп вот это вот ощущение детства пронес всю жизнь. Во всяком случае, даже в самых поздних его стихах и песнях есть какая-то такая доверчивость, что ли, какая-то такая совершенно детская, незамутненная надежда на то, что вообще мир как бы должен быть справедлив, что ли, он таким будет, или он такой, может быть, в чем-то есть. Вот. И в жизни у Круппа были еще какие-то встречи с детством, с какими-то детьми, не своими, у него, к сожалению, так и не было своих детей, не получилось, не случилось. Вот. Но он очень близко воспринимал появление детей у своих друзей, и несколько песен его посвящены именно им. Это сыну Димы Песина, вы, может быть, знаете, «Средняя широта», «Мягкая погода». И была еще одна песня у него, посвященная сыну другу по институту, а затем по минской работе, Яше Сапожникову, Мишке. Вообще, вот эта история с Круппом и Мишкой довольно забавна. Значит, мне рассказывали, что Сапожников собирался уехать с женой в отпуск, но не с кем было оставить Мишку, полутора примерно годовалого. Крупп набивался в няньки, ему Мишку не отдавали, значит, мотивируя это тем, что, мол, ты вот старый холостяк, сам помрешь, и ребенка заодно умолишь, отвали. Вот. Но отпуск уже подошел, надо было что-то предпринимать, короче, Круппу Мишку оставили. Когда родители вернулись из отпуска, они застали обоих живыми, мироупитанными, в общем-то, и к их удивлению Мишка звал Круппа папой. Вот. А сейчас мы увидим страничку из записной книжки Арика 67-го года с текстом песни, которую я попытаюсь вспомнить. «В тучи над черными крышами медленно солнце вырезается, входит в окошко рыжие, на белых похожие зайцы. Ба-я-бай, ба-я-бай, ба-я-бай. Спят в своих гавьях тральщики, за день машины умаялись. Сонного мальчика тихо баюкает маятник. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Тени шуршат над подушкой, сны к малышу приближаются. Угол с простыми игрушками медленно преображается. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Детские сны забываются, как далека моя станция к звездам и солнечным зайцам. Руки все реже тянутся. Баю-бай, баю-бай.
беднеет фантазия, и мои сны неумелые некому в общем рассказывать. Баю-бай, баю-бай, баю-бай. Это так плавно фотографии из архива Дины Яковлевны Круп детские переходят в юношеские. Мы сейчас еще несколько таких посмотрим. Вот, видите, человек уже начал учиться носить галстук. Это очень трудно. Так без галстука как-то оно привычно. По-моему, что-то поет. Вот так вот. Просто естественно. А еще лучше вот так. Вот эти такие вот шары появились, ГДРовские, надувные, по-моему, один из первых шаров, по-моему, вот так. Это совсем великолепно. Совершенно гамлетовские. Нет, это вот последующий слайд, такой гамлет. Это у него в руке носок. На фотографии это лучше видно, что это носок. Это вот бедный Юрик, да. Вот такая ситуация. Вот. Фотоаппарат, трубка в трубку, воткнута папироса или сигарет. Фотоаппарат, конечно, замечательный. И трофейный, наверное. Вот. Должен сказать, что вы первые смотрите эти слайды. В виде слайдов их, по-моему, никто никогда нигде не видел. Они получены совсем недавно, вот этим минувшим летом. Это вот приемник на сотни ладов с надрывом небес про любовь. Помните, в новогодней песне он собирался Бабе-Яге наладить старенький приемник. На самом деле он умел все это делать своими руками. У него был магнитофон, сделанный им самим. Вот. И у него была старая мечта раздобыть где-то, ну, не старый, по тем временам, почти современный, середины 50-х годов, приемник, скажем, эстонский приемник фестиваль с очень хорошим звуком. И Надежда ему нашла такой приемник, он его отреставрировал и использовал его последние буквально полгода жизни. Но это вот какая-то очень старая фотография, даже не очень понятно с кем. Но не в этом дело. Девочка возвращается с Саяной. Значит, известно. Хорошо. Угу. Вот. Ну, вот он принадлежит к тому самому поколению, о котором он написал такую песенку. Пристроились морщиночки промежду глаз, и разные причиночки канают нас, мол, недоделаны, и то не так. Изменяет тело нам, ох, мы-то предвоенные убоги, куда уж нам, девчонки длинноногие, не, да бабы нам, а нет, куда уж нам, девчонки длинноногие, не, у меня не позовано, у нас своя походочка в диагональ, закоренные мы лодочкой, крепкой, как сталь, вообще-то коренастые, росли мы в кость. Во времена ненастные, какой там рост, зато мы тренированы таскать мешки, а у акселированных танки кишки, но в явном степлении насчет на наш, те с голыми коленями дают мандраж, лишь от прикосновения нашей руки, мы дети предвоенные, мы старики, мы мужики. Естественно, какой-то куплет я зажал, по-моему, перепутал с другим. Вот. Но это дело давно было, поэтому недолго было и забыто. Меня вообще тогда еще на свет не было. Ну, вот. Сейчас, ну, естественно, мы попадаем в армию. Правда, мы попадаем в армию не сразу. Мы сначала пытаемся учиться в Ленинградском институте киноинженеров, но учиться нам не очень интересно, а администрации не очень интересно держать таких студентов. Поэтому с 58 по 61 год мы служим в городе Киеве, иногда отлучаясь из него куда-нибудь еще, там, в Харьков или куда, но в основном в Киеве, и выглядим примерно вот так.
Сейчас мы будем видеть. Вот так мы видим. Достаточно неуклюже. При этом мы начинаем писать песни. Иногда на известные мелодии, типа «В лесу родилась елочка» или каких-то зарубежные там мелодии или каких-то знакомых, например, Виктора Соболевского, с которым клуб из Даугу впился уже, в который он вернулся после войны, после эвакуации, уезжал вместе в армию. Виктор, собственно, его и научил играть на гитаре, мы еще увидим Соболевского. Вот, но это не он. То есть клуб справа, а слева другой товарищ, латыш. Вот. Там же клуб пишет матерные песни. Вот. Одна из самых матерных – это его перетекстовка песни Соловьева «Седого, путь далек у нас с тобою». Вот. Ну, там все просто описывается, что в армии бывает, там, как ходит карантин, как ходит там, в баню и так далее. Значит, что сержанты делают с солдатами, это о том, есть ли в СССР секс. Вот. Это уже совсем круто, правда? Кино. Сейчас заедаем, да? Хороший. Аппарат. Кстати, аппарат называется «Киев». Не поддерживает он земляков. Так. Сейчас посмотрим, чем закончится эта борьба. Вот самый мой любимый театр. Круг роли парикмахера. Фигера. Вот. Соболевского мы еще увидим, а сейчас просто упоминание о том, что он научил Крупа играть на гитаре, а Круп потом, когда они вернулись из армии, и Арик восстановился в Ленинградском институте киноинженеров, Соболевский поступил учиться в Таганрог, Круп его соблазнил своим родным Лике, Соболевский перевелся туда, потом Круп закончил институт, через несколько лет Соболевский закончил институт, распределился в Арзамас, сейчас он, правда, в Кирове живет, и Круп поехал к нему в гости. Едучи в гости, он написал вот какую песню. Укрыт облаками умеренный пояс, косыми дождями октябрь моросит. Он уносит меня на восток, синий поезд по желтой намокшей Руси. Гляжу на березы, дымлю сигаретой в прокуренном тамбуре, под говорок удмуртцев, волжан обсуждающих лето, а поезд летит на восток. Я так засиделся в мирке полусонном, в мирке, где уже не живут чудеса. Я новых друзей имена не запомню, я старых друзей позабыл голоса. Себя самого призываю к ответу за прошлое, что я успел растерять, ах, прошлое. Ты разлетелась по свету, по крохам придется тебя собирать. Так пусть меня поезд восточный излечит, чтоб права лишился я сетовать зря, что тех не найти, а иные долечит. Но что, что долечит, на то и друзья, чтоб в поезд садиться, встречать самолеты при встрече на рыжей зари говорить, как надо до самых далеких друзей добираться и встречи дарить, как надо до самых далеких друзей добираться и встречи дарить, дарить. Человек, чьим другом становился Круп, был вознагражден, бывал вознагражден, ну, как мало кто другой, потому что Арик ценил дружбу, как мало кто ее ценит. Ну и мы, так сказать, наши люди, тогда были гораздо меньше похожи
на тех, кем мы являемся, может быть, сейчас, и тем более на тех, кем мы станем лет через 200, когда усвоим стандарты цивилизованного общества, где каждый сам по себе. Они как-то были более тесными, более тесно как-то держались, более открытыми были, что ли. И крупы они, конечно, разорвали на части. И вот знаете, поскольку я собираю его в архив, я это чувствую очень хорошо. Например, фотография, где он сидит в ушанке и в очках, армейская, вот вы видели, она из архива Дины Яковлевны. А такая же фотография из этой же серии, фотография вторая, у Соболевского в Кирове. Почти вся колхозная серия у Виктора Огородова в Питере, с которым он учился вместе. Еще несколько фотографий у Аллы Бабаевой в Баку, а самая моя любимая фотография, которую мы скоро увидим, почему-то в Минске у Димы Песина, из этой же серии колхозной. Вот так очень интересно, как с этими вещами все получается. Ну, наверное, круп это он как-то рассеян вообще, да, как над землей, вот как, не знаю, как Ганди, как какие-то такие деятели планетарного масштаба, это, наверное, правильно. Давайте посмотрим немножко институтские его фотографии. Ну, это вот очень редкие снимки там, где он учится. Это еще до армии, как я понимаю. Вот это эпюр напряжения, сопромат, второй курс. В армию он попал после третьего. Вот, тоже какая-то курсовая, по оптике, тут приборы, лучи, линзы, фокусы, или один фокус. Сейчас посмотрим, что в фокусе, не в фокусе, в фокусе. Вот. Оригинальный жанр, да. Вот. Это вот, видите, вот с большими ушами это круп, а преподаватель, понятно, почему он в армии находился. Вот. Да, снимок из архива Димы. Это вот как раз из архива Аллы Бабаевой. Вот внизу слева с гитарой Виктор Соболевский. Женщина неописуемой красоты чуть правее его, это Алла Бабаева. Снимок к нам попал через Иерусалим. Мы его отсканировали, через Иерусалим отправили обратно в Баку. Сейчас напрямую такие фотографии не ездят. Вот. Это вот они валяются в снегу. Круп Алла Бабаева и девочка, которую звали Клоп. Почему, видимо, фамилия такая была Клопа, что ли? Вот. А это вот, когда он уехал в Минск на практику, на его двери комнаты общежития друзья поместили вот такую мемориальную в этой комнате с 29 декабря 63 по 10 февраля 65, а может быть после выпуска даже, проживал небезызвестный Круп Арон Яковлевич. Вот. Олега Крупа звали Арон Яковлевич. Вот это тоже редкие снимки, где он с какой-то киноаппаратурой. Федор Мигранов вот, от Тарика справа от нас. Федь Мигранов, который потом делал снимки его на фоне гитар, такие постановочные и очень скучные. Мы их сегодня показывать не будем. Тоже что-то такое трудовое, если уже серии. Это снимки, которые попали к нам от питерского его соученика, однокашника по институту Виктора Огородова. Довольно большая группа питерцев попала потом в Минск, и Мигранов с ними учился вместе, а потом работал вместе. Вот. Ну а это вот колхоз, это первая колхозная серия. Справа стоит ныне лысый, невысокий такой Виктор Огородов. Это у него довольно большой студенческий архив. А вот здесь справа стоит Виктор Соболевский, но круп уже с гитарой. Эта игра, по-моему, называется «Слоник», что ли. Вот круп клетчатой рубашки спереди. Не очень понятно, что это он, но на снимке разглядеть, в общем-то, можно. Это какой-то чучел, пугало точнее. Круп к нам ближе всех справа. Вот, если бы здесь вот резкость получилась, это магазин, и объявление о концерте вешает лично Круп. Я даже догадываюсь, что он участвовал в этом концерте. Вот. Без него такие вещи обычно не обходились. А это вот тот самый снимок, который оказался у Димы Песина. Вот. Моего любимого Крупа с моей любимой лошадью. Правда, как своя лошадь, я так и не узнал. Вот. Это еще какой-то колхоз, какая-то картошка
вроде бы. Нет, это так, по местам боевой славы. Ну, тут три кадра, по-моему, оттуда следующие. Да, еще там следующие. Встреча с Колей. Да, да, это вот из Колевского церкви. Вообще, Крюк, по-моему, гораздо охотнее ходил на всякие хозработы, а еще охотнее ездил на стройки. Стройки – это целая эпопея, это куча песен, в том числе песня, певшаяся в Яеве, вообще от геолога услышал с припевом «Поти твою хибину мать». Когда я услышал, я вообще был уверен совершенно, что это народная песня, что ее ни один конкретный человек написать не может. Кажется, это пил. Вот. Тоже. Вот круг слева, огородов. Это они же, огородов, фуражки в армейской. Вот. А сейчас должны быть уникальные строечные кадры. Это комсомольская путевка. Слева текст из доклада Хрущева на 20-му съезду КПСС. Нам предстоит и дальше осваивать новые районы, строить атомные тепловые гидроэлектростанции, заводы, железные дороги. Партия уверена, что наша главная молодежь и впредь будет горячо откликаться. Вот. Значит, клуб это стройка Прибалтийской ТЭЦ, город Нарва. Вот они куда-то едут, может быть, именно туда, а может, в колхоз. Круг слева с гитарой, понятное дело. Вот. На этой фотографии написано «Строим город», и у Крупа лопата в левой руке, он вообще был левша, писал левой рукой, с наклоном влево. «Строим город» написан не его рукой. Вот. А город строит он своей. Вот. Опа, это я, видимо, номер неправильно поставил, сейчас мы это дело поправим. Явно стародрядовское такое настроение, может быть, фотография вовсе не оттуда, но совершенно в ключе. А это вот два уникальных кадра, других найти пока не удалось. Это с того самого «Поти твою хибину мать», дневника центральной на Хибинах. На последнем кадре я, пожалуй, попробую вспомнить одну из ранних строечных песен Крупа, которую обычно не поют в приличных местах. Нам нравятся настройки, хоть тяжелые порядки, и спать на мокрой койке, и матом крыть в палатке, и спать на мокрой койке, и матом крыть в палатке. Киношник забалдеет на строечке на нашей, ведь все равно худеем мы здесь от тощей каши, ведь все равно худеем мы здесь от тощей каши. А по ночам не спится, а бегать нету мочи. Вот почему землицу не только дождик мочит, вот почему землицу не только дождик мочит. Нам нравятся настройки, хоть тяжелые порядки, и спать на мокрой койке, и можно крыть в палатке. Вот примерно так. Таких песен было множество. Были даже более приличные, но не очень много. Так, ну а сейчас, по-моему, у нас так наступило такое ответственное время, когда мы имеем возможность немножко отдохнуть и подготовиться к восприятию большого количества песен почти без каких-либо комментариев. Вот, мы минут 15 отдохнем, наверное, да, погуляем чуть-чуть. Вы сегодня услышите еще многих поющих людей, ну, разных поющих людей, но, к сожалению, сегодня не будет звучать голос самого Крупа, но зато у Ольги Уварова есть кассеты с его записью, и кто хочет послушать, как все было правильно и в оригинале, пожалуйста, подходите к ней. А мы здесь минут через 15 встретимся снова. Здравый смысл. Вот. А начиная с того, что «Стеклотара» играла очень большую роль в жизни Алика Крупа. Есть очень много очень живых, непосредственных фотографий, где Круп изображен в обнимку с разной «Стеклотарой». И нередко на этих фотографиях его зрачки немножко смещены от центра, где они должны находиться. Однажды меня познакомили с девушкой, она живет в Краснодаре, звать ее Надя Эмман, она училась тоже в ЛИКе.
химик она, по-моему. Вообще химики и механики, Акруг был механиком, химики и механики дружили. Вот, и в частности Алла Бабаева, которую вы видели, неописуемой красоты девушка, так, они всегда, девушки-механики, девушки-химики, пили вместе с юношами-механиками. Единственная девушка-химик, которая не очень любила механиков, хотя и помнила группу, вот эту Надю Эммон, смогла вспомнить только то, что механики всегда ходили синие. Вот. Ну просто вот это вот рисунок Круппа. Я думаю, что в следующий раз мы покажем много его рисунков. Он нарисован красной шариковой ручкой. И заметьте, он нарисован, конечно, так полюбительски очень, но очень точно, очень точно. Точна сама ситуация, точны позы, жесты, динамика какая-то есть. Сейчас еще два слайдика посмотрим, таких тоже институтских времен. Вот справа, кстати, Вэл, по-моему, Валера Иванов, если не ошибаюсь, о котором сейчас пойдет речь, а слева как раз Круг. Вот. А вторым слева можно условно считать, ну это не он на самом деле, но будем считать, что это Миша, о котором тоже пойдет речь. Вот. Ну вот просто такая ситуация. А сейчас небольшой рассказ о том, как некий малознакомый Миша обратился к Игорю Коваленко, Валерию Иванову, Вэлу и Алику Круппу с деловым предложением. Он сказал, что есть у него знакомые девушки, большие любительницы туристской песни, и они очень хотели бы ребят послушать. Но повод был достаточно интересный, потому что ребята к тому времени довольно долго не собирались вместе, не пели, и решили воспользоваться ситуацией, просто чтобы послушать, как они вообще сами когда-то пели. Они затарились сухарем, взяли гитары и пошли туда, куда указал Миша. Это была трехкомнатная квартира, в которой, ну, знаете, была такая очень городская обстановка, хрусталь, нормальная, можно сказать, мебель, по тем временам нормальная, всякая электроника, там телевизор, проигрыватель, магнитофон, в общем, все это, все, что могло звучать, звучало. Ходили совершенно неописуемые красоты девушки, очень такие стройные, легкие, как потом выяснилось из кардебалета Минской оперы. Вот, значит, девушек было четыре, юношей было четыре, комната было три и ключ от соседской квартиры. Это как-то так по ходу дела постепенно выяснялось. Ну, ребята состроили гитары, приняли слегка сухаря и начали петь. Начали, да, повыключали всю эту звучащую электронику, начали петь, пели, пели, девушки стали позевывать, ребята не замечали, они пели. Миша делал какие-то таинственные знаки, ребята не замечали, они пели. Девушки начали куда-то входить, выходить, ходить вокруг, так как-то, значит, как ходят сейчас топ-модели, наверное, как-то правое бедро вперед, как я не знаю, не умею, не учил. Вот, вот ребята не замечали, они пели. В общем, когда потом девицы рассосались, а когда поутру уже надо было сваливать, и юноши вышли на лестничную площадку, Миша сполз по стеночке и сказал, что же вы, сволочи, наделали? Кем вы меня перед людьми выставили? Что я теперь им скажу? Мужики совершенно не понимали, в чем они были виноваты. Они вроде не перебрали, вроде не передрались, вроде так с ним что-то на своих пели достаточно пристойно. Миша ему объяснил, вообще говоря, зачем он их звал. И тогда они поняли, в какую беду он попал. Вот. Стали лихорадочно придумывать ему разного рода отмазки. Что-то насчет ориентации, что-то там насчет импотенции, что-то насчет критических дней. В общем, не знаю, помогло ли это на будущее, но я хочу сказать, что это были действительно такие незамутненные души. Они любили петь, они пели, это было главное. Когда исчезнет в мире песня, дома не рухнут, гром не грянет, все-все останется на месте, зелень лесов, закат багряный, и будет ветер биться в крыши, и будут люди жить под ними,
Но кто-то друга вдруг не сыщет, а тот с врагом бокал поднимет. Когда исчезнут в мире песни, то не почувствовав потери, маляр смешает краски вместе и все закрасит цветом серым. И снег, когда веселые кисти падет на окна и на травы, на листья, мысли и на лица, бесцветно-серая отрава. И из-за девок, из-за денег рвать глотки свое будет свора, но струн орфеи не задел, лишь закричит пред пиром ворон. Потом полком крылатых бестий дымы пожаров скроют звезды, когда исчезнут в мире песни, искать потерю будет поздно. Когда исчезнут в мире песни, искать потерю будет поздно. Браво. У нас, когда я жил в Минске, у нас был такой ансамбль «Ветер странствий», и мы исполняли одноименную, был передача одноименная была «Ветер странствий», и мы как бы иллюстрировали эту передачу. Сделайте гитару погромче. В небе крик журавлей, это песня осенняя, над печалью полей, над осенними тенями. Я слежу, чуть дыша, за полетом на юг. Птичьи клинья спешат от метели и вьюг. И плывет чуть простуженный птичий горестный крик над морями, над сушею, на чужой материк. Ветер лица озер полосует морщинами. По утрам на костер ставлю воду со льдинами. И горят, и дрожат листья кленов, берез. Но потушит пожар дождь потоками слез. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Но ведь это дожди, они уйдут, уйдут. Журавлей проводив, мир снегам отдадут. И пойдут по снегам лыжные следы. Нас ведь не испугать ватою из воды. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Это птицам лететь на юг, нам их в путь провожать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Это нам встречать время вьюг и сквозь вьюги бежать. Браво!
песня, связанная со странствиями Арика. Удивительное дело с песнями, наверное, немногих авторов так происходит, когда их впервые услышишь, снимаешь с фонограммы, выучиваешь, начинаешь петь, поешь очень много лет, потом вдруг обнаруживаешь, что это уже давно твоя песня. Она уже, наверное, звучит немножко не так, как у автора, да простят меня все ценители голоса Арика Крупа, где-то это уже... Стоял снег, еще не первый снег, не хочет осень потесниться, а мы давно пересекли во сне зимой и осени границу. Мы скоро ляжем в зиму, как в постель, укроем недуги снегами. За 67-ю параллель уйдем разделаться с долгами. За ошибки, за прожитые лета и за песни, что пока еще не спели. За друзей, которых часто провожаем, и за то, что сами редко уезжаем. Долги, но это не беда, коль скоро осень на исходе. Уйдут друзья, пусть даже на года, они когда-нибудь приходят. Уйдем и мы, но в чем же тут беда? Вернемся, как в апреле птицы. Мы от любви уходим навсегда, вот с этим трудно расплатиться. Где-то ветер весь след наш задувая, забываем, ничего не забывая. Так и носим мы с собой боль ушибов, груз любимых песен, счастья и ошибок. Ну что, что осень кажется долго, мы в нетерпении терпеливы. Сквозь дождь с туманом нам видны снега, и мы долгам бросаем вызов. И каждый год как будто в первый раз, и слава Богу, не в последний. Уходим мы к себе, бежим от нас, и возвращаемся по следу. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчего-то застывая в теплом доме, мы выходим отогреться на морозе. В это время самых первых космодромов, в эти дни последних самых паровозов, отчего-то застывая в теплом доме, мы выходим отогреться на морозе. Выйди из дому, плащ накинь, ничего, что ливни. Вон куражится уже издавна, побеждая тебя, твой противник, твой противник, твоя печаль. Ты уже не справляешься с нею, серым днем в смутных снах по ночам. Ты соври, ты скажи, ты сильнее, ты соври, ты скажи, ты сильнее. Ты соври, чтоб потом стало правдою то, что сила еще с тобою. В чемоданах оставь только главное, выйдет ливнем оружие к бою. Из всех песен оставь 10 строк, до 3 дня из 300 уходящих, до одной из 10 дорог. Остальное все в мусорный ящик, остальное все в мусорный ящик. Не давай печали опомниться, разбуди синий мир надежды. Пусть печаль твоя скромной школьницей будет тихою, будет сдержанной. Разве трудно печаль победить?
мир надежды пока еще прочен, ты ей место во снах отведи. Но в песнях по нескольку строчек, но в песнях по нескольку строчек. Тщательно ясно, что выдуманные тобой миражи скоро погаснут, скоро погаснут, гаснут, и значит, к началу пути снова ты брошен, а путь давно начат. Трудно, но все-таки надо идти. Хочется жить. Невозможно иначе, хочется, хочется жить. А все-таки, все-таки хочется петь. Даже когда в сердце песням нет места, только бы сдаться, только бы успеть спеть свою самую главную песню. Ставь против горя свою доброту. Это, наверное, кое-что значит. Пусть даже песня застрянет во рту. Хочется петь, невозможно иначе. Хочется, хочется петь. А все-таки, все-таки хочется взять мир окружающий в долг под проценты и на ладонях держа осязать спящих дыхание и пульс континентов, чтобы потом, возвращая долги, сердцем и памятью стал ты богаче, тратя себя, ты себя сбереги. Хочется взять, невозможно иначе. Хочется, хочется взять. Хочется, хочется петь. Хочется, хочется жить. Белизна заплутала в лесах, в поле зимы зернут ростки, заморозки, заморозки. Гуси над лесом печально кричат, стай на юг, улетай, прощай, скрив печаль свою, заморозки, заморозки, заморозки. В белом тумане байда, караван, вечером к лесу придет, а туман скатится утром слезами ресниц. Заморозки, заморозки. Вечером бакинщик выгонит борт, богу речному лампаду зажжет, что-то прошепчет костра языки, может, про первые заморозки. Лес тихо замер у сонной воды, слушает сказки вечерней звезды, и в полнолуние тени виски. Заморозки, заморозки. Грустно, наверное, гуси
правы, что-то по осени сам я раскис, видно, коснулись моей головы заморозки, заморозки, заморозки. Браво! Спасибо, мы с вами совершенно замечательно поем, хотя песня очень сложная, она немножко джазовая, видели, какие тут ходы, какие аккорды, как он ее заканчивает, это тоже джазовым аккордом. Вообще Круп с детства любил джаз, я даже думаю, что отчасти потому, что он жил в Прибалтике, а там, по-моему, лучше прослушивались, может быть, меньше глушились нехорошие голоса, и можно было как-то поймать на каком-то трофейном приемничке с вредными диапазонами, там от 13 метров, какую-нибудь приличную музыку. Вот так или иначе, джаз он любил самозабвенно и писал о нем, и много слушал, и разбирался, и сам даже закладывал в своих песнях какие-то явно джазовые, так сказать, возможности, намеки. Вот эту песню «Заморозки» однажды сделала челябинское трио «Чернильные кляксы» под управлением Михаила Вейскина. Они очень красиво все спели. Это была такая карамель страшная, у меня все зубы заболели от нее. Крупа там, от Крупы там ничего не осталось, слов там не было, там все было очень красиво размазано. Но вы знаете, когда я слышу Крупа, которого поют немножечко-немножечко по джазу, но так, чтобы всего было в меру, мне бывает как-то очень приятно, что есть люди, которые с ним могут разговаривать и на этом языке. Мы сейчас послушаем, как это делается. Пожалуйста. Сплетен и добрые
синицы сплетут для нас кружева. Все, что это не Гершвин, а круг. И это очень заметно. Помните вот этот рисуночек вечеринки, да? Я думаю, что на следующем вечере, посвященном Эрику, мы сделаем, к следующему вечеру мы сделаем несколько цветных слайдов его рисунков. Там есть что показать, это могла быть довольно большая и интересная серия. Я сейчас, пожалуй, расскажу такой случай. Дело в том, что архивы Арика, которые были, ну, в смысле были, остаются у Нади Круп, они несколько лет провели у меня дома, где я бесчетное количество раз листал книжки его с черновиками, письма, фотографии перебирал и... Постепенно мне начинало казаться, что я с ним на самом деле знаком. Так вот, там было письмо, которое он написал, самое последнее письмо в его жизни, он написал его из Верхней Гутары, или из Верхней Гутары, кто как говорит, из Саян, из того похода, из которого он не вернулся. Это было письмо жене, было письмо ее дочери, которая стала его дочерью, Динка, тоже ее имя. Вот. И в этом письме был рисунок, в письме Дини был рисуночек, где он нарисовал, Арик нарисовал верхнюю эту самую гутару, верхнюю гутару. Вот. Значит, я сижу на кухне, передо мной этот листок, он согнут пополам, письма не видно, виден только рисунок. На кухню выходит гостивший у меня турист из Самары, Саша Виноградов. Перегибается через мое плечо, заглядывает в рисунок. О, говорит, верхняя гутара. Я говорю, а как ты узнал? Он говорит, а где еще самолетик разбегается по улице мимо домов, там взлетает. Вот. Я говорю, да, действительно. Ну, что я мог сказать? Я там не был, а он там был. Он спрашивает, а кто рисовал? Я говорю, Круп. И тут пришла его очередь отпасть. То есть он увидел живой рисунок великого для всех туристов, святого. Арика Крупа. Вот. А вообще, это были очень, видите, очень живые, очень точные рисунки. Это из блокнота 67-го года, нарисованный синим пастиком. Сейчас еще, наверное, посмотрим. Это вот это белорусская осень, она же зима, бесснежная, дожди, леса, тоже из того же блокнота. Вот. А вот этот рисунок я очень люблю. Видите, это носорог из того же блокнотика. У него рог в виде известного всем, кто ходит в ВДНХ, монумента. А следующий слайд – это тетрадка, в которой он писал черновик своей повести «Со мной ничего не случится». К сожалению, сам верх немножечко обрезан, там пистолет. Вот. Но все остальное напечатано в типографии, а пистолет как бы самодельный, но стреляет. Вот. А еще один рисуночек я обнаружил буквально сегодня утром. Я еще не все бумажки просматривал, сканированные, которые находятся на компакт-диске в архивах Крупа у меня. Я обнаружил очень занятный рисуночек, только потому, что он сегодня был впервые увиден толком, я не смог бы вам показать. Это из армейского письма, из письма из Киева, из армии домой. Одно из первых писем, первый Новый год, по-моему, под 59-й. Где нарисована елочка новогодняя, на ней висит бутылка чего-то очень взрослого, на ней висит, ну, такой явно муляж, а не живая такая девочка, явно девочка, ну, фигурка, вот, и на ней висит саксофончик. И все это перечеркнуто, увы, все это стало на какое-то время недоступным. Вот. Но сейчас, я думаю, мы вспомним, тем более, что зима катит в глаза, вспомним другой Новый год, более поздний, где Круп уже отдал
Вуду и всему, с чем он Новый год связывает. Что случилось со мной? Будто все странно, будто книги не впрок, будто возраст пустяк. За лесной стеной ожил мир озорной, и жар птицей трепещет в антеннах снастях. С утра с землей поделилось небо-небо, а может, это снег на небеса похожий. Не верить миру старых сказок ты не требуй, в ночной крыжовке этот мир внезапно ожил. Он вышел из леса на старых лыжах леший, мохнатой шапке и с зеленой бородою. Он к заповедному колодцу ведьма чешет, спешит наполнить ведра свежую водою. Но не звучи леса в белорусских лесах, просто в зиму все спуталось день или год. Лишь кукушка в часах, все стоит на часах, да за снежной горой электричка поет. А старый леш не заметит в глухомане, чайком набоет от моей прикурит спички, покажет лес, а коль заблудаю в тумане, заветной тропкой доведет до электрички. От кузни старой ведьмы больше не страдаю, а ей испорченный приемник ей налажу, она за полыжни мне нагадает и все про дальнюю дорожку расскажет. А случись, вдруг замрет у печи старый кот, перестанет царапать когтями метлу. Я поверю, вот-вот чудо в дом забредет, отряхнет снег и лыжи поставит в углу. Войдет Снегурочка, на свет свечи не яркий, под звук гитарных струн и песенки негромкой, войдет и станет новогодние подарки нам раздавать из вышитой котомки. Подарит год, там будут праздники и будни, подарит каждому хоть на минуту крылья, и будет легким горем, счастье будет трудным. Вот так зимовая смешала сказку с былью. Вот так зимовая смешала сказку с былью. Так получилось, что до белорусского комсомола стало доходить, что Круп – это золотая жила. И его стали потихонечку выдвигать вперед, там, где требовалось показать что-нибудь такое парадное. К тому времени начала складываться традиция вот этих слетов по местам боевой, трудовой и прочей хорошей славы социалистической мысли. «Дорогами отцов-героев». Вот это кадры с Брестского слета. Справа стоит Арик Круп, а палатка питерских, ленинградских ребят, значит, с гитарой Женя Клячкин. Слева к нам правым ухом Варя Вихарев. Вот. А девушки из эскорта Клячкина, вот кто, если читал мои крестошные анекдоты, рассказ Вихарева о том, как вокруг Клячкина водили хороводы проводницы поездов Ленинград-Брест. Вот. Может быть, это были они частично. Вот. Так или иначе, это вот брестские картинки. Вот опять-таки Круп у питерской палатки с белой лентой через плечо. Все тот же Евгений Клячкин, молодой. Здесь Круп с белорусской делегацией, вот он на переднем плане, третий слева. Вот это на фоне каких-то казематов Брестской крепости. Здесь Крупа вообще нет, зато здесь Полоскин, Вихарев и Клячкин, слева направо. Тоже интересно, они когда были вот такими молодыми, простыми ребятами. Ой, по-моему, верните кадр. Вот там из-за Вихарева чуть-чуть виднеется Александр Моисеевич, тогда еще Михайлович, и даже не Михайлович, а просто Саша Городницкий. Вот. Ага. Видно, да?
Вот круг справа, слева полоска в клетчатой рубашке. Вот они так все вместе кучей там и тусовались. Это было совершенно замечательное время. Много было связано с этим веселого, много было серьезного. А вот, кстати, космонавт Павел Попович. А Арик здесь высовывается из-за головы какой-то девушки. Он примерно, так сказать, где-то четвертый в последнем ряду, но не самый последний. А, вот так даже, да? Вера Мамонтова и вот, Ярик. Ну вот, это Попович, я так понял, забрел к белорусам, раз там Вера Мамонтова. А это вот слева второй круг, потом Клячкин, человек с ружьем, и самый правый блондин, это Борис Полоскин. Так вот, надо сказать, что круг по своей привычке копаться во всем подряд и докапываться до всего, чего можно, вдруг начал открывать для себя какие-то понятия, которые мы по привычке закрывать уши на все, что слышим и видим с подачи партийной прессы, партийных средств массовой информации, как-то пропускаем мимо ушей, он, тем не менее, как-то фильтровал этот базар и отловил в нем, в частности, вот такое интересное словосочетание – «неизвестный солдат». Видимо, вот маразм, то есть абсурд этой ситуации, как это так, неизвестный солдат, что значит неизвестный? У него было имя, была жизнь, была какая-то судьба, может быть, любовь была, что-то еще было. Вот. Ситуация, при которой он стал неизвестным, вот этот весь ужас, он, видимо, группа совершенно поверг в какие-то сложные чувства, и у него в записной книжке 66-го года появилась вот такая запись. Мы сейчас ее увидим. Мы привыкли к этим названиям, вот четыре нижних строчки, и живут они рядом с нами. Память вечная безымянным, но они-то ведь с именами. Опять над головой костер качает ты. Идет сквозь лес в обнимку с песней тишина. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, кто на четверть века старше нас. А мы идем искать ровесников следы, тех самых, кто на четверть века старше нас. Им больше не стареть и песен им не петь, и что на сердце никому не высказать. Последние слова наткнулись на свинец, да не над всеми обелиски высятся. Последние слова наткнулись на свинец, да не над всеми обелиски высятся. А им хотелось жить семи смертям назло, семь раз не убивают, дело верное. Вперед и встали в рост, и шли на танки в лоб, и с винтовкой образца 91-го. Вперед и встали в рост, и шли на танки в лоб, с винтовкой образца 91-го. Давно мы догарь, развеялись дымы, и временем земные раны сглажены. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Мы ищем на земле ровесников следы, пусть вечные огни горят для каждого. Нам в памяти хранить простые имена, ни временем не смыть их, ни обманами. А в памяти хранить и чаще вспоминать, ровесники, не быть вам безымянными. Ну вот, мы немножко себе представляем, как он выглядел, как он рос, как он дружил, догадываемся, как он мог любить.
А вот после того, как у меня побывали в руках его книжки, черновики в основном, мне показалось, что я немножко представляю себе, как он писал. И мы сейчас посмотрим три разворота его книжки, довольно занятные. Значит, вверху скажешь, прощай, еду снова. Да, значит, идея песни. Нам все никак не удается побыть вместе. То ты уезжаешь, то я уезжаю. И все это на фоне осени, как вот такого фона с настроением разлуки, с настроением прощания, с чем-то очень теплым. Вот, скажешь, послушай, еду снова. Зачем? Дальше. У людей не у всех, но издавна есть обычаи, уходят из дому, из привычек удобных изгнаны, уезжают искать себя, уезжают скитаться по свету, уходят по морю или посоху, бродят где-то с умой и посохом. А дальше вот слова не было, и зато такая черта, та-та-та-та-та-та-та-та, вот как бы вот такая осциллограмма. Все это снова зачеркнуто. Дальше смотрите, прячут листву леса, пошла осенняя тема. А все это, кстати, карандашом, поэтому так бледно. Вот. И, наконец, две строчки внизу, над которыми я долго ломал голову. Но как мне об этом сказать? Вопросительный знак. Вот едешь ты ЙТМ, причем именно ЙТМ. Вот. Я не знал, что такое ЙТМ, такого слова в русском языке нет, но я пошел от рифмы и понял, что это что-то про мать. Вот. Ну как мне об этом сказать? Вот едешь ты. Вот. Дальше расписывается, видимо, новая шариковая ручка, и на следующей странице мучения, страдания продолжаются. Ты куда-то выезжаешь, может быть, опять надолго. Стены города прижались, проезжают, пробегают мимо Волги. Осень желтой пеной в стены и неверным ветром в двери. Я не верю, нет, не верю в то, что так обыкновенно. Обрыв, облом. Без поправок на иней, на бронзе, на миграцию птиц, на ветер. Не по часам живем, не по солнцу. Опять облом, опять обрыв, опять зачеркнуто. Вот, справа. Ты куда-то уедешь. Зачеркнуто. Куда-то уедешь ты. Зачеркнуто. Ты куда-то уедешь. Зачем? Зачеркнуто. Ну вот опять в который уж раз пора бы привыкнуть, а я не могу. Опять зачеркнуто. Как просто мне собраться и уехать, и где-то пропадать по много дней. Зачеркнуто. Как мне просто уехать. Зачеркнуто. А, там еще внизу слева вот что. Стебли травы жадно жует иней. Жалобный крик птиц прилет длинный. Вот и в реке стынет вода, стынет. Ветер бросается на города в спины. Видите, как чередуются ритмы, как чередуются стили. Видимо, и мелодии какие-то там проскальзывали. И все не то, все никак. Нет какого-то вот такого драйва. И вдруг появляется еще четыре строчки, две слева внизу и две справа внизу. И горечь, подбив, как сбитый каблук, в пути, что упрямо выгнут, тебя не забыв, лишь, потом зачеркнуто лишь, я, написано, горечь, разлук, в пути забывать привыкну. И на следующей странице уже идет, ну, льет как из ведра. Сейчас, зарастом дождей, косых затяжных, зачеркнуто, снова, зарастом дождей, косых затяжных, уедешь, растаешь, не станешь видна. Ну где слова, что нужны? Опять, то лица чуть-чуть, то растом дождей, опять зачеркнуто, а дальше, зарастом дождей, косых затяжных, не станешь видна, уедешь. Ну где слова, что нужны, чтобы шли за тобой по следу. И, в общем, дальше в словах встречается все то, практически, что потом попало в песню. Эту песню до конца не спою, просто напомню. За растром дождей, косых затяжных, не станешь видна, уедешь. Еще у недели, пока я должник, еще быть мне домоседом. Миграции птиц, в остывшей воде, в осенних приметах книжных. И в тысячах лиц знакомых людей ищу тебя и не вижу, не вижу. А может,
может быть, взять, уехать и мне рукою махнуть на сроки и где-то гадать на спинах коней, где прячутся песен строки. И горечь подбив, как сбитый каблук в пути, что прямо выгнул, и что не забыв, лишь горечь разлук совсем забывать привыкнул, привыкнул. Но тихо часы считают часы, ты едешь, а я не скоро. Октябрь моросит и растром косым опутывает весь город. Вот дальше, к сожалению, я забыл, не смог вспомнить, но, собственно, вот почти вся песенка понятна. Видите, он, в принципе, знал с самого начала, что он хочет, и очень долго и мучительно искал выход на ту струю, что ли, которая должна уже понести песню. Заметьте, практически во всех его песнях есть вот такой стержень, есть такой поток, драйв, который захватывает нас с самого начала и не отпускает всю песню. У него практически среди песен среднего и позднего периода нет каких-то сильно там поломанных, сильно там нелогично составленных, он такие отбрасывал песни. И я знаю историю, когда он одну песню отбросил, и были две попытки у Ильи Ченцова и у меня ее дописать, написать на нее музыку, и обе закончились крахом. Моя вроде бы как бы получилась, но я ее сейчас не пою, понимаю, что она неудачно в самом начале. И он это тоже, видимо, очень чувствовал. Так вот, самое интересное здесь дальше. Вверху на левом листе, на левом листочке, вверху справа, написано 16 часов. Честно говоря, я не встречал у Крупа случаев таких, когда бы он о времени позже 12 часов говорил вот так, 13:50 и так далее. По-моему, он больше пользовался понятиями до 12, там, 2 часа дня, там, и так далее. Вот. Так что 16 часов, скорее всего, это как бы мониторинг такой, связанный с этой песней. И справа, вверху, мы видим такую надпись: «Качество песни не находится в прямой зависимости от трудов на нее затраченных». Вот. Но, тем не менее, как бы он сам не относился к своим песням, а я просто несколько песен спою, с вашего позволения. Поговорили, махнули рукой, годы уходят, последний аргиш, звон бубенцов над замерзшей рекой прошелестел, как засохший камыш, прошелестел и растаял вдали. Больше людских не слыхать голосов, больше тепла не просить у лесов. Тундра в лицо нам снегами пылит, тундра в лицо нам снегами пылит. Горы горстями гребут облака, звездные шорохи слышны в ночи. Тундра, ты мысли в слова облегать, думать о близких нас научи. Нам еще долго не видеть людей, значит, есть время подумать о них. Тундра нас заперла в тундре одних, это на несколько долгих недель, это на несколько белых недель. Знаю, нас тундра одарит сполна, если туман, то не видно низги, если пурга, снеговая стена, если устал под глазами круги. Но где-то едут весной поезда, долгой струной прощанье звенит, и, уступая подругам зенит, сдвинется в небе пастушья звезда, сдвинется в небе пастушья звезда. Браво.
снегами в горах. Ходата приютилась, в черных нитях антенн бьются флаги, пурги. Нас на гребне вчера круговерть прихватила, и смеялась пурга, посиди, не беги. А сегодня в тепле у радиста сидим мы, для согрева чаек, для души разговор. Отстучал на ключе, что положено, Дима, и течет разговор, и чадит Беломор. Тих пока что эфир, еще время осталось, хочешь чаю налей, что грустишь ты? Да так, это просто в тепле разморила усталость, да сквозь окна мне в душу глядит холода, что нас ждало вчера, я забыл половину. Память прячет ненужных событий куски. Пьем чаек у людей, и при чем тут лавины? А что было вчера белой ниткой виски? Дай гитару, давай, я забыл про усталость. Пел полярником песни до новой зари. А гитара чуть-чуть про тебя проболталась. Ты прости, я б не стала тебе говорить. Ты прости, гони прочь тревожные слухи. О живых и здоровых у нас не скорбят. До весны мне всего лишь неделя разлуки, и всего лишь неделя зимы до тебя. До весны мне всего лишь неделя разлуки, и всего лишь неделя зимы до тебя. Браво! Тропы раскисли, дождь да распутится в собственных мыслях. Как не запутаться, дождь снаряжает в грусть экспедицию, опережает жажда события, жадность да жажда. С ними мне мучиться, прожить бы дважды, да не получится. Черные совы, смутные облики, не нарисован путь мой на облаке. Но не добрали мы в жизни почестей, но не добрали. От жизни хочется, не улыбался тот, кто не бедствовал, не ошибался тот, кто бездействовал старым ошибкам. Пышные проводы выпью с улыбкой в жажде ведро воды. В ниве такое слышится пение, нету покоя, ждет нетерпение. Ладно, не взвою, мне не опомнится с черной совою. Выйду знакомиться, дверь на засовы, дождик за шиворот, черные совы. Нет больше выбора, черные совы. Нет больше выбора. Сначала год как год, и месяц, это месяц. Сначала так легко искать, не находя, спокоен стрелок ход, и стрелки время месят, настоянное на рассветах и дождях, на синих поездах, на розовых ветрах, на синих поездах, на розовых мечтах. Сначала нет потери, и от разлук нет боли, и радиус витков спирали так велик, и не страшна метель. И времени не волит, и сказка исцелит боль маленьких обид. И от движения стрелок сердце не болит, и сказка исцелит боль маленьких обид. И сказка исцелит боль маленьких обид.
потом быстрее, быстрее. И нету остановок, все чаще нервы рвут слова в последний раз. И что пора стареть для нас уже не ново. И в сказках нет концов, а впрочем, правда без прикрас. И каждый час крадет у нас частицу нас. И каждый час крадет у нас частицу нас. Ты уходишь, уезжаешь, улетаешь. Дела, дела. Я так держу тебя в руках, а ты растаешь, и ночь бела. От непогашенной лампады и от дыма ста сигарет. Поздней меня на час, поутру свежий вынт встает. Свет. И сны вновь, как в стае, невыносимо я свободен. Хоть песни бой, и внешне для нырков, как будто снова годен. В любой запой. А здесь друзья мои старательно готовят в снега побег. А ты мне издали скажи хотя бы слово, как я тебе. Весь мир в зиме, и дом осиротел, в снегу стоит. Но что мне мир, когда полмира твоя тень, плечи твои, твои слова, твое дыхание, твои руки теплым замком. И мне нисколечко не легче, что с разлукой я так знаком. Спасибо, браво! Давай решимся без парей признать, что жизнь не так уж зла. Давай не будем говорить про послезавтрашний разлад. Давай считать, если не лень, что это было просто так. Просто ушла на один день, и из этой жизни пустота. Просто ушла на один день, из этой жизни пустота. Но как всегда, ведь как всегда, из разных бед придет какой-то вариант, то нужно мне, а то тебе. То в Воркуту, то в Самарканд, то просто ночь перелистнет страницу губ, страницу плеч, то мысли утро принесет, что мол игра не стоит свеч, то мысли утро принесет, что мол игра не стоит свеч. Да чтоб не начал тяжелеть мешок печали и утрат, договоримся не жалеть о том, что к нам придет с утра. Давай злых слов не говоря, себя от ветра не спасать. Давай сегодня, как в морях, по ветру ставить паруса. Давай сегодня, как в морях, по ветру ставить паруса. Гитара уже расползлась в разные стороны. Люди не стареют, не стареют. Жизнь ведь это правда не стареют. С годами все красивее и добрее. Хоть жизнь их часто ранит, не щадит. И женщины красивы, и мужчины. О, жизнь, ведь это правда, что мужчины и женщины красивы, а лучина пока не догорит, не зачадит. И женщины красивы,
и мужчины. И мне не жаль ушедших лет нисколько. О, жизнь, ведь это правда, что нисколько. Не жаль ушедших, просто грустно дольки души оставить там, где уж не быть. А юность, что ж, юность так нарядна. Нет, некрасива, только лишь нарядна. А в зрелости любовь безогляднее. И с каждым годом интересней жить. А в зрелости любовь безогляднее. А если уж придется к нам усталость, о, жизнь, такая страшная усталость, когда нисколько силы не осталось снести и бремя лет, и боль от ран. Вдруг кто-то скажет: стоп, пора на отдых. Мы сели, и зеленеют всходы, над ними бег свой остановят годы, и новый день другим придет с утра. Мы сели, и зеленеют всходы, мы сели, и зеленеют всходы. Спасибо. Вот тут мы, оказавшись вместе за сценой, вдруг обнаружили, что все песни, так называемые общие, которыми удобно заканчивать, так что все подпели, все было хорошо, нами уже были спеты в самом начале. Поэтому, наверное, в этом что-то есть. Мы, наверное, не будем заканчивать сегодня, а в следующий раз, когда по обыкновению здесь или в каком-то другом дружественном зале мы опять соберемся, чтобы еще поговорить об Арике. О нем можно разговаривать до бесконечности, можно показывать много чего еще интересного и петь. Вот тогда, может быть, мы еще что-нибудь споем все вместе. А сейчас я хотел бы просто рассказать о тех, кто сегодня участвовал в нашей вот этой затее. Я приглашаю сюда Дмитрия Беленького, город Москва. Александра Косенкова, который долго жил в Минске, знал Арика, ездил с ним вместе, пели песни, говорили концерты. Вот. Сейчас он тоже москвич. Я думаю, что в следующий раз мы увидим на слайдах Сашу без усов, с тоненькой шеей, с большими ушами, такого, рядом с Ариком, рядом с еще одним их другом Леонидом Рябчиковым, которого, к сожалению, нет уже с нами, на песне которого и я пою. Вот. А сейчас Елена Егорова, Герман Орлов, тоже вот Москва, Лидия Лукомовна, что вы так приятно, видите, на свет, что вы там. Вот, Леонид Сагындыков и Валерий Каберов. А надо вам сказать, я все говорил Москва, а сейчас говорю город Минск. Они сегодня специально приехали на нашу вечер. Ради двух песен. Спасибо, ребята, большое. Вот, что великолепно пели. А слайды показывал Борис Ашкеназов. Ой, пожалуйста, покажите. Надо сказать, этот человек виноват очень во многом, потому что чуть больше года назад, в августе, он приехал ко мне помогать делать слайды для нового слайда, для обновленного слайд-фильма о Крупе. Вместо этого он начал сканировать мой архив, и с этого началась новая жизнь архива Крупа, в котором сейчас порядка 700 фотографий, больше 1000 страниц автографов, прессы и все, чего хотите. Все началось, можно сказать, в этом смысле с него. Вот. А еще эти слайды мы впервые снимали с экрана компьютера, вот где они лежали, будучи засканированы Борисом, потом другими разными людьми. Вот. И съемку на пленке FM-64 производства татарского завода, казанского завода «Тасма» с диафрагмом 22, выдержкой 1/8 секунды, с проявкой в проявителе D76. 12 минут вела Анастасия Бушуева. Настя, где ты тут? Ты где-то тут есть. Вот.
пожалуйста, покажите. Потому что почти все слайды, показанные сегодня, кроме цветных, были найдены на стенах. Вот. Так что всем спасибо. Я думаю, что мы прощаемся ненадолго. Весной будет печальная, к сожалению, годовщина. 30 лет со времени, когда группа минских туристов, девятерых, в которой находился, среди которых был Арик, погибло. 30 лет его песни живут своей жизнью без его помощи. 30 лет наши жизни живут его жизнью, его песнями. И я думаю, что это прекрасный повод снова собраться вместе и поговорить его словами о нас. Спасибо. С некоторым я, видимо, прощаюсь до завтра. Здесь завтра будет что-то типа моего как бы, концерта, будет парочка сюрпризов, поэтому, если есть желание, заходите, может, что будет занятно. А сейчас спасибо всем, до свидания.